друзья, у нас в гостях с подарками. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я представитель компании Сева. И сегодня мы к Новому году дарим лохматой душе некоторое количество препаратов для обработки против эктопаразитов. Здесь есть препарат Электрофилис для кошек и препарат Вектор 3D для собак. Вы здорово, вы просто взяли, высыпали коробки, да? Да, да, мы просто высыпали коробки. Ну, здесь здорово, должно на всех хватить. А сколько у вас собак? 1500. Ну, надеюсь, что хватит. Если не хватит, то привезем еще. От такого подарка никогда не откажемся, никогда. Потому что, сами понимаете, мы когда начинаем сено в будке стелить, у нас постоянно клещи и блошки. Поэтому все, что спряталось у нас в тюках, то бывает у нас в будках. Но здесь ничего не сделать, поэтому ваш подарок для нас очень дорог. Организация Сева, огромное вам спасибо. Олечка, спасибо. Буду очень рада, вы же не первый, не последний раз к нам приехали. Однозначно нет, если у вас такое количество собак. Я сейчас пройдемся с вами, посмотрите. Да, конечно. Друзья, огромное спасибо Севе за блохогонку, ребята. Это просто чудо. Мы находим. Да, и сейчас. Мы как раз сейчас и начнем. Мы сейчас... 5-20. Ничего, успеем. Вообще просто классно. Отлично. Так, разные размеры, да? Да, смотрите, это у нас на 10-20. Так, отлично. А это на 20... Ну, это мы будем делить, я поняла. 65. Это делим шприцом, это не страшно. А, то есть у вас таких больших нету? Привет! Кого? Нет. Собака. Рыся. Привет. Это у нас рыся пришла, да? Принимаешь? Тебя сбили, что ли? Да, она давно. Ты сбитая. Моя девочка. Собака. Ага, все. Собака. Все, да, рыся? Все, моя красавица, иди. Иди можешь погуляй. Так. Собака, ты можешь сфотографировать? Кого? Собаку. Да, конечно, можно. Рыся, рыся. Ты смешная моя девочка. Да, мы ее нашли, она уже поломанная была. Мясо. Кости или что-то в таком духе. Сейчас найдем. Дополнительное сено, это для будок. Вон, видишь? Во всех будках сена много. Ну как? Ребята, у нас небольшое пополнение кошек. Подростки, котята. Ребята, я понимаю, что не каждый любит кошек. Но они имеют право жить. И очень жалко. Представьте себе ее на улице. Если ей так хочется тепла, ласки. А? Ребенок. Скажи, как можно было выбросить такое дитё? А? А ей хочется тепла и ласки, ребят. И просится на ручки. Маленький мой. Возьмите нас домой. Ну, пожалуйста, возьмите нас домой. А если не можете взять, ребят, то хотя бы накормите нас. Это наш первый отсек. Пойдем в другой. Осторожно. Проходи.
Только сразу заходи. А здесь, ребята, у нас второй отсек. Здесь те, кто постарше. Да, мои хорошие? Смотри, какая красавица. Друзья, этот ролик о тех, кому нужна дополнительная помощь. Для тех, кто и так пострадал от живодеров, от инфекций, от болезней. Ребята, этот ролик о наших инвалидах, о тех, кто живет в лохматой душе. Это малышка. Мы забрали ее из Тербунов. Эти все тоже из Тербунов. Что такое приют? Ребята, это лохматая семья. Со своими правилами, со своей радостью, со своей болью, со своим горем. И со своей надеждой. Потому что собака – единственное существо, которое продолжает надеяться до конца. А еще она прощает. Прощает нам все. И вот это потрясающе. Собака – уникальное существо. Открытая лохматая душа. Мы у вас на виду. Вы можете заглянуть в каждый уголок. Вы можете увидеть все, что у нас происходит. Ребята, пожалуйста, последние дни уходящего года. Последняя надежда в этом году на вашу доброту, на вашу помощь. Я понимаю, вам сейчас не особо до нас. И все же, друзья, капля человечности, капля милосердия, капля доброты. Пожалуйста, сохраните их. И пусть этот наступающий Новый год будет для вас полон всего самого светлого, чистого, доброго и хорошего. Проводите этот год добром. И следующий год встретит вас также. Я обращаюсь к вам, друзья, ко всем. Не пожалейте 100 рублей. Для вас это 100 рублей. Для бездомного в приюте это один день жизни. Пожалуйста, подарите нам один день, каждый. Тяжело стучать и объяснять то, что видно, то, что лежит на поверхности, но только то, что не хотят замечать. Ребята, это бездомные. И они хотят есть. Просто хотят есть. Корм – это постоянная проблема нашего приюта. Пожалуйста, не отворачивайтесь от нас. Мы по мере сил выполняем работу государства и выполняем ее милосердно. Помогите нам, пожалуйста. Помогите нам сделать это с добротой.